Ничего не чувствую. Даже не чувствую замедления. Музыкалка, где я учился на скрипке. Короче, видишь, мне не о чем говорить. Не о чем говорить. Мама ругалась на меня. Холодно становится, ветер. Бессмысленная прогулка. Разговор ни о чем. Да, и таблетки никак не действуют. И знаешь, тут ни с кем не познакомишься. Ни с кем. Ну, я уже говорил об этом, так что ладно, не будем. Потихоньку наступает весна, да. Но холодно. Всюду снег. Можешь показать мои свои картины? Сказала она. Могу. На самом деле, я думаю, ей не интересны мои картины. Я не знаю, зачем ей смотреть вообще мои картины. Зачем мне смотреть на мои картины самому? Что я буду делать, когда приду? Лягу спать. Мне ничего не приснится. Я забуду сны. За 3 секунды можно умереть, если в сердце специальный штык-нож там, короче, я читал, картинки смотрел, охренеть. А если обычный, то это совсем, это другое, это херня. Я ничего не призываю, просто, я не знаю, зачем вообще, просто мне не о чем говорить, не? Что вообще говорить? Просто охренеть. Весело. Даже в Америке, где тепло, все легализовано, ну почти все. Ну правда, там полиция жесткая. Даже там люди сходят с ума и охеревают просто. Живут в частном доме, но им хреново, все равно хреново. Все равно хреново, представляешь? У них нету снега, вот этих сугробов. Сугробов ростом 2 метра. Нету этого, нету. Но они чувствуют себя хреново.
короче, пойду здесь. Игра долго делается. Я даже не знаю, что дальше там. Как дальше конструировать. Все бессмысленно. Все бессмысленно. Завтра одна девчонка погуляет со мной. Немножко. И забудет обо мне. Зачем ей связываться с таким, как я? Зачем? 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 А то, что хотела посмотреть картины. Да. Посмотрит и забьет. Все. Что ты думаешь, если ты стал художником, у тебя будут девушки? Деньги, да. Смешно. Развею твои иллюзии. Точнее, я уже перестал быть художником, я думаю. Лучше пойду назад, я хочу один гулять. Не сталкиваться с прохожими, хотя я принял. Казалось бы, мне должно быть пофиг, но я просто хочу. Просто один. Я не знаю. Я не хочу сталкиваться с незнакомыми в темноте. Как будто бы я чувствую тревогу, но тревога-то должна уйти. Хрен знает. Она не уходит, видимо. Я не знаю, что вообще нужно, что нужно говорить, как нужно держаться, что нужно делать, что вообще, чтобы девушка не забивала на тебя после первой прогулки раз во много лет. Я не знаю. Это просто... Как тоскливо смотреть на этот город. Как это грустно. Ну, не хочется смотреть. Ой, нет, везде гуляют. И у меня ноги замерзли немножко. Ну, ладно. Ну, тогда у меня сильно замерзли, когда я гулял. Ну, ладно. Одна там слушает Лил Пипа. Я типа написал, ну, сказал ей голосовое, что я тоже Лил Пипа слушаю. И даже треки пытаюсь под его стиль делать дофига. Она сказала: Ну прикольно. И все. Знаешь, что сделала девушка Лил Пипа? Она просто, когда он умер, она бросила его еще до того, как он умер. И одежду всю его захватила, чтобы продать. И стала тусовать с другом, который
походу с тем самым другом, который его убил. Лил Пипа. Да. Жестко. Больше Лил Пипа нет. Все. Давай с тобой поцелуемся. Нет. Нет. Ну да. Я знаю, что нет. Я просто... Это ошибка. Тут тает лед. Пройти не получится. Надо идти там. Короче, вообще ничего хорошего не чувствуешь от этого чертового алкоголя. Таблеток. Это все ни к чему. Трэш видео. Я не знаю, зачем их выкладывать. Но там я искренен. Я рассказываю, что я чувствую, когда я пьян. Когда я именно и пьян. Короче, там такой контент, наверное. Я не знаю. Короче, не важно. Вообще, какая разница. Что-то сердце. А, ничего, нормально. Что-то сердце. 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 Моё. Сердце. Моё. Сердце моё. Сердце моё. Сердце моё. Но для нас навсегда останется последним. Нарисовал на листе безупречного лица твоего лику. И дуги ресниц. Это все, 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 что осталось после тебя. Остальное забыл навсегда, навсегда. Небо и солнце, миллионы светил небесных дней. Она так замкнута, она сама в себе собой загнана. Она забыла, что такое что-то там жить на свете. И ее имя Эмма. Она никому не расскажет, она не заплачет навзрыд, и вся внутри нее необратимо нарастает. Я боюсь, что будет взрыв, но взрыва нет. Взрыва нет, только вздох. Словно всхлип океана, ты слишком устала. Все достали тебя, все. Все достали тебя, все. Небо и солнце, миллионы светил небесных дней. Ради этого стоит, стоит терпеть. Ради этого стоит хоть раз умереть. Хоть раз умереть. Хоть раз умереть. Хоть раз умереть.
Солнце не взошло. Помнишь, как небо сияло прибоем у наших ног? Но солнце не взошло. Помнишь, как ветер сиял прибоем у наших ног, но солнце не взошло. Блин, я забыл текст московских пряток. Как что сделала со мной полугодовая депрессия? Да, жестко. Московские прятки. Поздно смотреть назад, смотреть назад, невыносимо ощущать себя никем среди надежды, среди пустых, что-то там. Говорить кому-то, спорить с кем-то и зачем? Все это не ради понятных тебе слов, а время уходит. Оно никого не останется ждать, оно не увидит момента, когда ты упадешь. Что-то там, но заново все не начать, и ты не поверишь, и ты никогда не поймешь. Зачем ты хочешь умирать, стирая ноги, прощая спорах, найти себя и убежать? Что-то там в районах ты всем продал свою мечту за какие-то надежды и ложные бумаги по ветру и былой отваги. Поздно! Смотреть. Гаснет солнце, и опустели улицы. Снежный воздух. Гаснут окна и опустели улицы. Уставший воздух. Блин, я забыл. Ты самое лучшее, что я мог найти в этом безнадежном месте. Ты самое лучшее, что я мог найти в этом безнадежном месте. Ты самое лучшее, что я мог найти
безнадежном месте. Секунд назад было таким простым живым. Плачешь, остекшись, дышишь, это ты себя не похожа. В моих глазах ищешь душь, а я как будто страдаю тоже. Ты выглядишь так небрежно, мне ты подумать просишь. Делаешь все поспешно, я думаю, что напротив. Закрой глаза и дыши глубже. Ты думаешь, я жалею? Дальше не помню. Улицы без названий, города. Просто нулей, единиц. Трудно только первый раз, стекая по стеклам витрин. Я позвоню тебе завтра, я глубже, чем и сразу мне больно, немного страшно. Улыбнись, я просто остыл, перегорел, стекая. Вот. Пустота, черт возьми, этот сон пройдет, жаль, этот сон пройдет, так жаль, что все мечты разбиты. Жаль, что не реализовать свои мечты в этом сне, в этом мире. Все пройдет, обнулит все смерть. Зачем, зачем мы ходим все здесь? Все бессмысленно. Она так устала смотреть на за окна, она так устала смотреть за, где старые звезды светятся, цвета, где старые звезды светятся. Все.
заряжается фотоаппарат. Я возвращаюсь домой. Я буду играть. Потому что зачем мне еще делать? Я не хочу смотреть Pornhub. Хотя у меня там дофига открыто с этих вкладок, блин. Я не хочу вообще просто поиграть. Лечь спать. Апатия. Как-то какой смысл? Надоело. Надоело дрочить это все. Шабить. Мастурбировать. Пиздец. Вот поехавшему братишке, ему как хорошо. Он когда вспоминает, когда засыпает, он вспоминает, как поебался. И радостно ему, блин. Это капец, представь. Просто радостный человек в жизни, по жизни. Охренеть. Ты вообще, представляешь, просто засыпает, вспоминает, как и ему радостно. Охренеть. Охренеть. Да. Да, жестко, конечно. Просто охренеть. Не хочу смотреть YouTube этого этих про шизов, там про шоу Е. Я не хочу смотреть YouTube. Я не хочу слушать YouTube. Я ничего не хочу. Мне грустно. Все. Все. Спокойной ночи, друзья. Что еще сказать? Хороших вам, хорошей вам любви и дружбы, классных вам подруг и друзей. Это все.